Молодец, молодец, молодец. Помогать через боль и слезы. Вот такой вот парень ты у нас. Сострадание, сочувствие уходит на второй план, а профессионализм на первый. Работать, даже если не видишь результата. И вот он один шаг сделал, там два шага. Для нее такое-то счастье вообще просто безумно. И шаг за шагом делать жизнь красноярских семей легче. Эти женщины, они преображаются. То есть они прям расцветают. Руководитель Центра реабилитации детей-инвалидов Краевого центра охраны материнства и детства, главный специалист по детской реабилитации Министерства здравоохранения края Алена Устинова в программе Натальи Кечиной «Дорогие мои земляки» в понедельник в 20:30 на ТВК.